НТВ представляет. Всем привет, ребятушечки! Меня зовут Устин, вы на канале Устин ТВ. А меня зовут Вена. И я также на канале, как и вы, ребята, Устин ТВ. И сегодня на этом же канале я одержу победу в батле волочков Infinity Nada, где сегодня сразятся разящий меч и стальной медведь. Поэтому болейте за меня, ребята, а не за этого парнишку, потому что он в прошлый раз выиграл. А теперь хочу я выиграть. Какого парнишку? Вот это? Кто такой Деустин? Я из обнышку. Это ты, ну ладно, готовься. Ну что, Устин, ты готов? Да. Тогда я несу арену, и мы начинаем. Полетели? Да, погнали! Ну что, мы также играем до трех побед. Устин, готов? Да. Веном готов? Так точно, босс, я готов. Я тебе, кстати, босс? Ну да ладно. 3, 2, 1. Надо! Воу! Первый раунд. Победа меча. Раунд 2. 3, 2, 1. Надо! Ох ты! Такой удар аж разлетелся. Неужели... Даже таким маленьким победил разящий меч. Вот это да! Да, Хочу вам что-то сказать. Знаешь, кольцо уровня разящего меча, это как там, симметричное. А почему оно симметрично? Ну, в мультике так сказали. Ага, ну понятно. Так, 2-0 у нас в пользу пока Устина. Мы приступаем к третьему раунду. Раунд номер 3. 3, 2, 1. Да... Непобедимый какой-то у нас разящий меч. Ну, тут понятно все уже. 3-0. Победа разящего меча. Ну что, Веном, а ты говоришь, что ты победишь? Ну, я думал, что выиграю тебя, но опять не получилось. Я не знаю, что мне делать. Да все нормально, Веном, не всегда побеждаешь. Скажи, Устин. Да. Когда мы с Устином играли, я побеждал, то он побеждал. Поэтому у тебя еще все будет впереди. Да. Да, ну ладно, буду надеяться, что красочная лисица... Да, кстати, в следующем батле я буду красочной лисицей играть. И буду надеяться, что она победит. Ну что, да, Устин? Это как там, ну, в игре, когда будет красная лисица в другом видео, то разящий меч и красная лисица, когда я играл, то она быстрая и разящий меч тоже быстрый. Они оба быстрые, что ли? Да. Ага, оба быстрые. Ну, посмотрим, палочка. Как будет. Посмотрим, да. Ну что, на этом наше видео подошло к концу. Всем пока-пока! Всем пока-пока, ребята. Я очень надеюсь, что в третьем батле вы меня поддержите. Удачи вам!